Подойди, подойди, прямо сейчас, сюда. Не, я серьезно говорю, Сереж, я тебя жду здесь, правда, подойди. А давайте Ани Лорак под ваши аплодисменты проводим. Ани Лорак! Самую красивую, потрясающую и любимую. Сереж, будь добр, подойди на секундочку, вопрос созрел. Спасибо. Во-первых, огромное спасибо за аплодисменты, друзья, спасибо! Я тебе потом расскажу о вашем номере, а сейчас я тебя жду. Можешь побыстрее. Правда, Сереж, жду тебя. Дорогая моя, конечно, к тебе всегда. А знаете, я вам могу сказать честно, сердечко-то у меня сейчас заколотилось на самом деле, потому что то, что они с Ани Лорак... Подожди, стой. Репетировали номер, это, конечно, я знала. Номер, говорит Сережа, сидя дома у меня, попивая чаек, отличный. Мощный. Лазарев, а вот скажи мне, почему перед Ани Лорак ты раздеваешься догола, а подойдя ко мне, ты одел жилетку? Не, давай уже при свидетелях, что у нас полный олимпийский, все наши друзья, собственно говоря. У нас такой между собойчик, капустник. Меня раздевать? Ой, нет, подожди. После этого домой вот так не возвращаются. Расскажи, Сереж, что я сейчас увидела на этой сцене? Подожди. Ты вот увидела эти... потрясающий номер. Я могу вам сказать, что, конечно, сегодня много номинантов на премию Муз-ТВ и в номинации «Лучшая исполнительница», но я могу сказать, что лучшая исполнительница Ани Лорак. И я с огромным удовольствием уже второй раз в жизни пою дуэтом с этой потрясающей вокалисткой. С огромным удовольствием разделся догола перед ней, понимаете, да? Ее дома муж ждет. Моя дорогая, ты меня тоже дома ждешь, перед тобой я раздеваюсь не до середины, а до конца. Подожди, а почему ты на сцене-то это делаешь, и меня позоришь перед всей честной публикой? Ответь мне на этот вопрос. И весь в блестках еще. Это Лорак прижималась, и я прижимался к ней. Нет, я сейчас видела, что это ты прижимался к ней. Вот в чем. Друзья в чем мои, огромное кошмар. Вам спасибо. Увидите Леру. Вот ревность, что с людьми творит. Нет, вот. Это не ревность, Сереж. Слава Богу, это хорошо. Не ревность. О чем ты говоришь? У меня вон там ребята, женихи свободные. Пойдемте, Вячеслав, пойдемте. Давайте Сергея Лазарева проводим бурными аплодисментами. Спасибо, иди, друзья! Иди, Сережа, с миром. Иди. Ну что ж, уважаемые друзья, а я поднялся на сцену с потрясающей красавицей, певицей Верой Брежневой. Добрый вечер, Олимпийский.